Привет, с вами Совер, это канал для тех, кто хочет разбираться в программировании лучше. И сегодня я постараюсь ответить на вопрос о архитектуре приложения простого чата, который задал бы, задан был мне на ресурсе ПРО. А, сразу скажу, что информации в вопросе крайне мало, поэтому это такое скорее абстрактное размышление, которое, надеюсь, поможет автору вопроса как-то конкретизировать свои мысли и двинуться в правильном направлении. Поехали! Начну с того, что зачитаю вопрос. Здравствуйте, многоуважаемый Сойер. Здравствуйте. Опыта построения архитектуры приложений у меня нет. Поэтому я решился обратиться к вам со своим вопросом, ответ на который все никак не могу найти. И здесь я сразу скажу, что у меня есть архитектурные стримы и было бы очень неплохо, если бы автор вопроса их послушал. Там есть и про сбор требований, про формирование а, документации проекта, и про архитектуру системы, про архитектуру приложения и архитектуру кода, потому что сейчас мы э, погрузимся в вопрос, который крайне-крайне размазан. Слушайтесь. Значит, есть чат. Да, давайте я сразу буду себе фиксировать, что у нас есть, да, немножко, чтобы потом проще было. В чате есть комната, то есть мы ну, многое здесь сразу додумываем. То есть, есть чат, что это такое непонятно, но в нем есть комната. Окей, ну, представим какой-то чат, который мы все где-то встречали, и вот в нем есть комнаты, и есть пользователи, которые входят в эти комнаты. Отлично. Ну, в общем-то, знакомая а, иерархия. Значит, и есть еще одна сущность – это сообщение, сообщение, которое пользователь может отправлять. Значит, опять же, есть еще возможность отправлять сообщение только к тем комнатам, к которым есть доступ, да? То есть пользователь еще может входить не во все комнаты. И, вероятно, есть еще какой-то механизм распределения ролей и распределения доступа к комнатам. Вот этот механизм мы пока как бы не будем рассматривать, будем считать, что пользователь имеет возможность сам выбирать комнаты и входить в те или иные комнаты. Значит, и дальше идет рассуждение. На основе того, что мы можем описать постановку задачи в виде некой иерархии. Автор вопроса связывает эту иерархию с необходимостью реализовать ее в приложении, и вот это очень частая ошибка, когда описание задачи, которое выстраивается в некую иерархию, да, мы здесь видим иерархию, пытается связать сразу с кодом, да, то есть решить в лоб. Значит, что пишет автор? Вопрос, каким образом построить вложение зависимости между этими тремя сущностями? Вопрос встречный, нужна ли вообще здесь вложенность, да, то есть почему вы сразу решили, что вложенность нужна? И дальше идут вот такие рассуждения. По-моему, вкладывать пользователей в комнату, то есть объект room будет буквально содержать массив пользователей, и наоборот не совсем корректно. Это совсем некорректно, потому что эти сущности не зацеплены друг на друга. С чего пользователь должен знать о комнате и комнате пользователя, как их логика работы этих двух сущностей связывают их вместе. На, на основе чего? На основе того, что они просто могут, человек может находиться в комнате, это не логика взаимодействия. Поэтому этой связи, этого зацепления, которое здесь э, делается, его не прослеживается из постановки задач. Вот это важно. Значит, э, по-моему, вкладывать пользователя не совсем корректно, это верный э, вывод. Но, допустим, что так оно и есть. Тогда придется держать массив всех юзеров где-то в другом месте а в комнате вкладывать только ссылки на этих юзеров. И в ситуации, где изменение юзера должно менять состояние отображения комнаты, нам придется итерировать по всем комнатам, и в случае обнаружения там пользователя сообщать об этом изменении комнаты. Напрашивается паттерн обсервер Опять же, то есть мы берем и вместо юзера в комнату добавляем ссылку. Тоже непонятно, какая а, мотивация для принятия такого решения, потому что фактически ссылка или пользователь, ну то есть мы создали объект, инстанс, и включили его в комнату, либо сделали ссылку на другой объект, тоже как бы, ну, сути не меняет. Этой связи там быть не должно. Комната ничего не должна знать о пользователе. Ну, по крайней мере, в моем представлении о, о, о проектировании чата. Дальше. А, с добавлением сообщений ситуация усложняется. Что если есть экшен, который спровоцирует изменение состояния владельца сообщения и впоследствии комнаты? Так или иначе, сообщение хочет знать владельца плюс комнату. Комната хочет знать, пользователей плюс сообщения. Пользователи свои сообщения плюс комнаты. Я пытался реализовать обсервер, который знает зависимости текущего объекта и расшел, рассылает всем связанным объектам изменения по необходимости. Но мне интуитивно такой подход совсем не нравится. И кажется каким-то одним большим костылем как быть. И вот здесь, смотрите, в заданном вопросе отсутствует огромное количество необходимой информации для построения архитектуры. Начнем с того, что сначала чат описывается в виде user stories, что и как должно делаться, да, то есть у нас должно быть достаточно подробное описание того, какую функциональность мы хотим реализовать. Здесь же сразу рассматривается на уровне кода реализация, которая, во-первых, ужасна, так, на первую скидку, а во-вторых, непонятно, из каких соображений она возникла. У нас нет основания для того, чтобы представить полностью, как работает наш чат еще на уровне приложения, да, то есть не на уровне кода. Дальше, когда мы а, поймем, что должен делать чат, мы можем подобрать а, для него а, соответствующие ограничения и уточнить их да, по мере. То есть сколько пользователей, сколько сообщений, а, должна ли горизонтальное масштабирование поддерживаться, не должна ли, а, вообще а, будет ли это монолит или какой-то иной а, вид архитектуры. То есть дальше мы через ограничения поймем, что это должно быть на уровне дизайна приложения составим технические требования, составим а, функциональные, нефункциональные требования, поймем, что у нас сохранение базы данных, накидаем структуры, да, накидаем структуры сообщений, которые должны быть у нас а, в этом приложении. Потому что а, хранение да, у нас упирается в объемы хранения, в то, насколько подробно мы будем а, а, описывать информацию сообщения. И а, на самом деле, когда мы начнем вот это все обдумывать, мы а, придем к первому, что у нас а, ну, понятно, что это будет клиент-серверная стиль архитектуры. Мы не будем сейчас об этом рассуждать, потому что если мы сейчас еще начнем про э, стиль архитектуры, который сюда у нас привели рассуждать, мы совсем уйдем. В конечном итоге мы придем к клиент-серверной архитектуре, поймем, что клиент-серверная архитектура основана на обмене пакетами по сети. И по сути пакет это будет э, по, самое близкое, что у нас есть в описанном варианте, это сообщение. То есть мы придем к определенному э, э, пониманию того, что сообщение очень близко к тому, э, чтобы быть отправной точкой всей цепочки взаимодействий, которая у нас появится в чате. То есть мы должны плясать от сообщения. И, соответственно, после этого мы можем на основе ограничений, на основе понимания того, что у нас есть, выработать структуру этого сообщения, потому что сообщение, скорее всего, будет чем-то из серии ДТОшки. Да? То есть она будет носить нужную, важную нам информацию. В нем будет уже информация о пользователе, который отправил, комната, для которой она предназначена, и любая другая информация, которая нам понадобится, то есть сообщение будет как раз тем носителем информации, которая у нас будет гулять по нашей системе, которая будет фиксироваться в базе данных, в истории сообщений, которая будет э, по необходимости тиражироваться между многими серверами и так далее. То есть первое, что мы должны продумать, это структуру нашего сообщения, и это будет нашим проводным э, инструментом в мир кода на уровень. Э, кода. Окей, okay. когда мы поймем, как должно гулять э, наше сообщение, через какие серверы нам оно проходить, мы можем начать проектировать сервер, да, потому что ну, понятно, что у нас будет сервер, никуда без него мы не уйдем, и клиент. И, судя по всему, данное описание уже имело место быть клиенту. Да? То есть клиенту прилетает сообщение от сервера. Да? То есть от цепочка взаимодействия поэтому давайте немножко порассуждаем про клиент что там с ним-то вот прилетело к нему сообщение да здорово прилетело сообщение что мы с ним Делаем. Ну, во-первых, сообщение прилетает не в вакуум, да, но обычно какой-то есть э, роутер. Да. То есть клиент получил сообщение, и его нужно как-то интерпретировать, его как-то как нужно разослать. Значит, э, И э, на самом деле, и на, на сервере тоже, тоже должен быть роутер. Ну, в общем, э, оказывается, что во многом архитектура клиента и сервера по логике работы будет похожа. И я сейчас размышляю, скажу прямо на ходу. Это первый драфт, который я просто накидываю, и который потом еще потребуется ну, хорошего такого обсуждения и уточнения. Поэтому не надо воспринимать это как конечную архитектуру. Я просто хочу показать, что планирование архитектуры начинается с того, что вы начинаете вот с, по определенному принципу выстраивать всю картинку целиком, складывать пазл. Окей. Okay. Роутер, соответственно, должен что-то с этим сообщением делать. Что у нас может быть с сообщением? Мы не знаем. Это может быть вроде как экшен, это может быть как текстовое сообщение, это может быть команда, это может быть что угодно. То есть в зависимости от этого у нас вокруг роутера и при специфицировании этих вещей мы получим кучу еще дополнительных обязанностей, когда роутер интерпретирует сообщение, формирует необходимые структуры. И дальше сообщение уже э, должно быть переложено в какие-то конкретные сообщения, объекты э, внутренне, внутреннего использования, да, то есть вот здесь появляются какие-то конкретные сущности, которые, исходя из того, чем является сообщение, начинают э, играть внутреннюю роль. Но ну, это, скорее всего, тоже будут ДТОшки. это тоже будут ДТОшки. вот. И дальше возникает вопрос, как э, вот после того, как мы все это разложили по полочкам, сообщение превратилось в экшены, превратилось в текстовые сообщения. Дальше у нас возникает вопрос, как это все разложить в нашем клиентском приложении. Значит, э, здесь у нас получается, что в зависимости от того, что содержится в сообщении, у нас должен быть контроллер. Да, и мы уже на самом деле приходим к классическому паттерну, ну там тоже берем MVVM, да, и получаем в общем-то классическое разбиение а, на а, архитектурный паттерн. Значит, и на самом деле принимающая сторона это контроллер, да, ну или компонент, как хотите, да. Вот, и он уже принимает решение о том, что должно быть с ним с этим сообщением сделано. И уже есть отдельный контроллер, да, который работает с сервисом. Да, вот у нас уже пошел сервис, который должен знать, о пользователях, да, то есть мы вроде бы хотели решить простой вопрос, как запихать пользователя в комнату, а оказалось, что у нас есть контроллер, который взаимодействует с сервисами, и эти сервисы, которые могут на самом деле выполнять разные функции, они знают о пользователях, да, то есть вот вот так. И этот контроллер может в обратную через роутер отправлять клиент через клиента к серверу и в общем так клиенты общаются, да, через сервер. И оказывается, что у комнаты тоже есть контроллер, да, который точно также знает о комнате, да, и их может быть много. Мой контроллер, извиняюсь, извиняюсь, конечно, это сервис. сервис. Есть сервис. И мы приходим к классической архитектуре, да, то есть к архитектурным паттернам MVC, MVV и так далее. То есть мы э, идем не на конкретные паттерны уровня кода, а архитектурные паттерны э, используем. И вот у нас уже здесь есть э, room. Ну, понятно, что это ближе всего к модели. Да. Это все ближе всего к модели уже у нас получается. Вот. Получается, что комната на самом-то деле ничего не знает. Е, э, пользователи. Если нам есть какая-то связь, которая э, необходимо их объединить, да, то эта связь делается через сервис. И уже сервис функции которого как раз и входит рассмотреть сообщение, понять, что с ним не так, да, или что с ним так, и соответствующим образом изменить стейт пользователя или комнаты, уже принимает решение. И таким образом у нас получается, что сущности для того, чтобы управлять вот этой э, ситуацией, достаточно много. И здесь же возникает еще ACL, который тоже на самом деле может являться сервисом, да, который уже управляет и уточняет что и как. И вот эта архитектура, она будет и не зацеплена, да, она ее есть возможность сделать модульной, объединив, соответственно, в модуль а, вот эту часть. Ох, сейчас это будет просто сильно мешать. Давайте я какой-нибудь другой цвет выберу. То есть вот вот эту часть мы можем объединить. Соответственно, в один модуль. Эту часть мы можем объединить уже в другой модуль, и между модулями мы можем наладить взаимодействие. Таким образом, что с этим вопросом самое сложное? Сложное в том, что человек пытается описание задачи сразу положить на структуры программы. Между ними есть еще стадия проектирования, когда мы собираем ограничения, собираем и описываем то, что должна делать программа. Дальше есть стадия выработки функциональных и функциональных требований, требований к хранению. Дальше у нас есть стадия построения структур, которая у нас будет обменяться выбора стиля архитектуры. Дальше у нас идут архитектурные паттерны, которые мы можем выбирать. Это, как правило, MVVM, MVC, которые прямо вот ложатся на практически большую часть задач, связанных с клиент-серверным стилем. Дальше мы выделяем модули, дальше мы выделяем функции контроллера, сервисов, моделей. Дальше мы, соответственно, описываем все это в виде какого-то документа, например, по модели C4, если мы уж совсем хотим это сделать все правильно. И дальше мы это реализуем. В предложенном варианте мы просто склепали, вот поставили требования, прилепили к ним структуру и получили неуправляемую, не масштабируемую, не сопровождаемую сущность. И это плохо. Поэтому, отвечая на этот вопрос, архитектура не, не терпит вот этой скомканности, Нужно по стадиям, по всем стадиям пройти и начните с описания требований, со сбора требований. И вот это будет отправной точкой. То есть корректно все изложить и правильно писать задачу, это основное, для того, чтобы потом все разложить. Ну а уже по архитектуре я вам накидал просто вот поток мыслей, который у меня возникает только из того, что это чат, только из того, что есть некоторое описание, общее описание и понимание того, что может быть чат. А дальше, на самом деле, то, что я писал, это еще требует обдумывания, уточнения. Надеюсь, вы поняли, что ваша основная задача сейчас отойти от конкретной структуры комнат и сообщений, а прийти к общему принципу работы вашего приложения. Возможно, это будет реактивная архитектура. Кстати, она тоже сюда неплохо ложится, с учетом того, что у нас есть сообщения, которые гуляют по системе. И, соответственно, все функции, которые у вас возникнут, выделить в отдельные сущности и наладить между ними взаимодействие. Надеюсь, этот ответ на ваш вопрос хоть как-то вам помог. С вами был Сойер. Спасибо, что слушали. До свидания.